На улице Московская, вблизи дома номер 11, произошла авария на теплосетях. Ремонтная бригада оперативно выехала на место, чтобы не допустить снижения температуры в квартирах. Работы по восстановлению коммуникации лично проконтролировал глава округа Дмитрий Волошин. Здесь мы проводили ремонт порыва. 2 метра трубы было заменено, 1 метр в камере. Эту аварию мы быстро устранили за 4 часа. В доме параметры не нарушены, но, тем не менее, авария имела место быть. По словам заместителя главы городского округа по вопросам ЖКХ Дениса Юркова, причиной аварии могло стать резкое похолодание, а также состояние теплосетей в целом. По итогу заменили 3 метра поврежденного участка. При проведении работ прежде всего постарались избежать неудобств для жителей. Дома, еще раз напомню, у нас, соответственно, в момент монтажа и демонтажа они не сливаются, прогреваются, подвешиваются для того, чтобы не заморозить наших жителей, не охватить помещение. Штаб по вопросам теплоснабжения под руководством главы округа Дмитрия Волошина будет работать до конца отопительного сезона. План работ администрация контролирует 2 раза в день. Андрей Липанов, Елена Тараненко, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.